Доброе утро, мэм. В порядке? Я вызову врача. Нет. Но это бесполезно. Пойду принесу вам стакан воды. Ты двинуть собираешься? А как ты вещи, что ты украла? Вы о чем? А я полила каждую твою крашу. Даже то колечко с бриллиантом. Но знаешь что? Все вещи, что ты присвоила, они никогда моими не были. Все это было украдено. Разве не приятно стыдить коллегу по работе? Что? Я просто хотела вылезти из долгов. И что теперь? Вызовите копов и сдадите меня им? Этого не будет. Ведь я, как и ты, воровайка. Стала бы я тебя закладывать. Но если вы и правда вор, то как до всего этого докатились? Как вы стали параноидальной старухой, которая даже врача вызвать не может? Мне нужно было всего $5. Сперва. Но кайф от кражи рос с каждым делом. Забавно, как прослывшая вором женщина не может даже к врачу сходить из-за того, что боится быть пойманной. Ты
думала,